Врачи 10 районов Юго-области, а также страховые компании и работодатели учились сегодня работе с электронным листком нетрудоспособности. В центре региона уже 33 медицинских учреждения активно работают в этом направлении. На данный момент выдано более 1000 электронных больничных. В районных же учреждениях система пока только запускается. Специалисты уверены, что за 2 месяца и в районах смогут этим полностью овладеть и начнут работать по-новому. Большее количество медицинских работников проучено, некоторые продолжают обучение, так как медицинская организация достаточно серьезная, большая, поэтому основные пункты выдачи больничных листов, пока это у нас будет делаться централизованно, уже готовы к этому. А по мере работы, технические какие-то моменты мы будем отрабатывать.